Thank you.
вот все это уже подходит к концу, осталась вот одна композиция. Вы, наверное, ее слышали на YouTube. Это Reverse Dance. У нее больше уже больше 12 миллионов просмотров. Дело в том, что я ее, она в концертном исполнении очень сложно ее воспроизводить. Дело в том, что записана была в студии, и поэтому в студии как бы она звучит вот особенным образом, а на концерте мне вот приходится ее пытаться максимально приблизить к оригиналу. Ну, я попытаюсь сейчас. Thank you.